Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать новый тренд в лайке и в ТикТоке. Если честно, я не знаю, как его можно назвать. Вы все-таки посмотрите мой пример и узнаете. Тех моментов, там, где мы замираем. Вот здесь, там, где мама замерла. Делаем так, чтобы ничего лишнего не было видно, и делаем скриншот. Одновременным нажатием нажимаем на кнопку включения и снижения звука. Делаем столько скриншотов, сколько раз мы замирали. Вот я сделала, теперь выходим и заходим в PixArt. Нажимаем на плюсик и выбираем нашу первую фотографию, вернее скриншот, вот это. Теперь мы нажимаем на инструменты, нажимаем на растяжка и выпукл. И теперь выпуклим нашу маму. Вернее, просто увеличим мою маму в размерах. Или подругу. Так, мне не очень понравилось, поэтому я сейчас нажму на вернуть. И навожу на то место, которое мне не нравится. Я решила лицо оставить просто таким, как оно есть. Теперь нажимаем следующее, сохранить и еще раз сохранить. Нажимаем готово. Также делаем со мной, только меня уменьшаем в размерах. Делаем из меня палочку. Нажимаем инструменты, растяжка и сжатие. И теперь наводим на меня и проводим по тому месту, где вы хотите, чтобы я сжалась. Или вы. Мне, если честно, не очень нравится, как я сжалась, поэтому я нажму V
вернуть и верну себя в нормальное положение. Посмотрите, это так смешно выглядит. Туловище большое, а голова маленькая-маленькая. Что-то со мной случилось не то. Сейчас я, наверное, снова нажму вернуть и верну себя, потому что это очень смешно смотрится. Посмотрите, я такая смешная. Теперь туловище маленькое, а голова большая. Ну вот, все, я вернула. Наверное, голову я совсем сожму, совсем чуть-чуть, а туловище больше всего. Ну, это я еще посмотрю, как будет красиво. Можно настроить кисть, нажав еще раз на сжатие. И размер. Размер и мощность. Смотрите, я худая такая. Ладно, уже оставлю вот так, чтобы было смешнее. Нажимаю применить. Следующее. Сохранить. И сохранить снова. Нажимаем готово. Снова нажимаем на плюсик и выбираем следующий скриншот. Вот этот. И здесь мама должна сидеть на коне, поэтому я нажимаю на стикеры и пишу в поисковике «конь». И выбираю самого смешного или красивого. Мне нравится очень сильно вот этот, который стоит лицом, поэтому я его и возьму. Он такой смешной! Увеличиваем, как вам надо, и подставляем. Подстраиваем, если вам не нравится, как он стоит. Можно увеличить или уменьшить. Я так и оставлю. Теперь нажимаем следующее. Сохранить и еще раз сохранить. Нажимаем готово. Снова нажимаем на плюсик и выбираем следующий скриншот. Выбираем. Так, я случайно выбрала не ту, выходим. И выбираем нужную, вот эту. Теперь нажимаем на стикеры. И пишем в поисковике очки. И выбираем очки самые смешные. Я выберу вот эти черные. И теперь подстраиваем под мои глаза. Вот я подстроила, теперь снова нажимаем стикеры и в строке поиска пишем «Лондон». И теперь ищем красивые картинки. Если вам не нравится Лондон, пишем «Париж» или то, что вам нравится. Выберем ту картинку, которая вам нравится больше всего. Я выбрала вот этот, и теперь увеличиваем нашу картинку до нужного размера и подставляем под меня. Давайте сотрем так, чтобы мою маму было видно. Вот так, начинаем стирать. Давайте попробуем нажать на человечка внизу и посмотрим, что будет. Вау, и как раз нам не надо стирать себя. Только сотрем с маминой стороны наш Париж. И растушуем наши края. Это мы снова нажимаем на ластик или на кисточку два раза. И подстраиваем размер, прозрачность и резкость. Так проделываем с каждой картинкой, добавляя каждый раз свой стикер, который надо. Мне здесь галстук черный не понравился, поэтому я добавлю какой-то полосатый.
Смотрите, здесь у нас торчит полосик, из-за которого не видно моего лица. Нажимаем сверху на ластик и аккуратно стираем. И самое последнее, добавим маме бороду. Можно стереть усы так, чтобы особо не было видно перехода. Все, нажимаем применить, следующее сохранить, еще раз сохранить и нажимаем готово. Вот и все, а теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все. И добавляем наше видео, которое мы сняли. Вот оно. И теперь мы разрежем видео в том месте, там, где мы замираем. Ищем момент, там, где замерла мама. Вот здесь. Разрезаем. И там, где мама отмирает, мы тоже разрезаем. Так, разрезаем каждый кусочек, где мы замираем. Вот, я разрезала. Теперь идем на начало. Ставим курсор на первый разрезанный кусочек. Нажимаем слой, мультмедиа, фото, все. И добавляем наш скриншот, который мы сделали в Пиксарте. И уменьшаем до нужного размера. Теперь увеличиваем наше видео до нужного размера. Подстраиваем так, чтобы не было видно перехода. Так, делаем с каждым кусочком. Нажимаем слой, мультмедиа, фото, все. И добавляем следующую картинку. И теперь мы подстраиваем наш слой под маленький кусочек, который мы разрезали. Вот так. Давайте посмотрим. Вау, получается прикольно. Теперь продолжаем в том же духе. Вот, я все подстроила, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень круто, мне нравится, поэтому нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить, и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было бы очень полезным, и вы снимете подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана и Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю! Пока!